Доброе утро, мои дорогие. Сегодня проснулась ночью в 3 часа и больше уснуть не могла. Грохот, молния. Дождь проливенный. Не, ну это хорошо. Пусть идет. А он такой с перерывами, то затихает, затихает, потом опять. Хоть земля-то напитается водой. Такая уж сушь стояла. Невозможно. Прохладненько. Уже отвыкли от прохлады. Прям халат с рукавом одела. Это все в майках. Ну что, уже сентябрь. Как все пролетает. Было лето и нет его. 5-й день. Дожди. И как благотворно действует дождик. Зизифус вкусный. Он еще, конечно, не до конца созрел, но вкусный. Гранаты прям крупнее стали. Смотрите, какие. И вся прям зелень, смылась пыль, все зазеленело. Подсолнухи мои цветут и цветут. И вот этот цветочек прям зацветает. Скромненько он так цветет, конечно. Инжира уже мало осталось. Я его тут и сушила, и варила. Еще помидоры растут. Ну, какие-то мелкие. Девочка с мальчиком перекрашенные. Надоели белые, покрасила в черный. Вся природа радуется дождям. Прям заросли целые образовались. Розы были обрезаны, и сейчас опять начнут цвести. Так что, несмотря на катастрофу в Армянске, я понимаю, что всему, наверное, Крыму досталось от этих выбросов. И люди не зря уехали практически все. 5 сентября уже народу не было. Узнали люди про это дело и уехали. Они-то уехали, а мы остались. Скоро орех грецкий созреет. У меня их немного. Я никакой химии же не поливаю. У меня они, конечно... Я все время смеюсь, говорю, химией нас правительство наше обеспечит. Руководство Крыма ругает блогеров. Эти блогеры, провокаторы. Да если бы не блогеры, никто бы про Армянск ничего и не узнал. Ну, снимает она меня. Я и так вся трясусь. Ну что, мои дорогие, я иду на свидание. Трясусь я, как осиновый лист. 300 лет на свиданиях не была. Ой, не могу. Пригласил меня мужчина на свидание. Сейчас мы с ним в кафе встретимся. Ой, прям... Надо было валерьяночки выпить, что ли? Я так подумала, что сегодня я вам всего рассказывать не буду, как мы с ним там познакомились. Потому что, может, и само свидание-то не будет этого стоить. Ну ладно, я вам все равно завтра расскажу, как это дело прошло.
Потому что не каждый день бывают свидания в 62 года. Что-то на ум пришло, как в фильме «Любовь и голуби». Не 16 и не первый. Ладно, вы надо мной не смейтесь, ладно? Пожелайте мне удачи. Ну, я пошла, у меня уже такси приехало. Пошла. Пока. Алинка, я ненадолго.